Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Stig War Legacy. Еженедельные уровни. Так, ну что, друзья мои, у нас доступно с вами... О, 59-й, 60-й, 61-й, 62-й. Так, ну что, пойдем на 59-ю миссию. И начнем с... Давай с Харда. Рискнем. Так, что это у нас? Только лишь убимак и мечник, и все, что ли? Ну, естественно, будем улучшать, наверное, с тобой. Хотя... Ладно, попробуем. Сделаем так. Сделаем так. И, наверное, улучшим нашего добытчика. Готов. Давай посмотрим, что это вообще за уровень, что он себе представляет. Уничтожить статую врага. Вот таким отрядом? Вы серьезно? Ну-ка глянем. Ну, допустим. Так, убимаги. Конечно, но нам нужны с тобой убимаги. В данный момент. Сейчас будем их строить. Интересно. Ага, у него копьетоны. Копейщики, значит, да? Ну что же. Где-то 2 или 3 убимага. Это по любасику нам нужно с тобой. Потом будем делать мечников. Так, секундочку. Что это у него тут? Я смотрю. 3 мечника. Копьетон. Все дела. Тогда мы с тобой тоже будем делать, да? Потихонечку армию нашу. Ну, еще раз говорю, мне бы желательно, лучше бы еще, конечно, одного убимага. Может быть, успеем накопить с тобой. Сейчас глянем. Он армию не так быстро, конечно, тут плодит. Нифига он там отжимается на одной руке, такой деловой. Типа, смотри, как я умею. У меня, по-моему, все-таки мечники будут покруче, чем у него. Потому что у меня имеет последнюю броню, которая есть в этой игре. Так, давай-ка еще, наверное, с тобой сделаем одного убимага. Но... Чего там так долго ресурсы-то несете? Есть контакт. Смотрим, что он отодвинулся. Ага, еще один копейщик прибыл. Так, у него 2 копейщика, остальные все мечники. Надо нам тоже с тобой сделать, наверное, еще 4 мечника закажу. Я просто прекрасно знаю эту... тактику. Мы сейчас подбежим, он вызовет подкрепление. Подкрепление, естественно, здесь будет офигенное. И это все побежит потом на меня. Так что убимага будем делать еще одного. А в идеале, так, их в рядочке сколько? 4, да? А в идеале еще, конечно, 2. Блин, может напасть на них, а? Пока. Да ты че там? О, он сам на меня побежал, ребята. Он сам на меня побежал. Я не буду пока ничего делать. Ждем. Ждем, ребята. В атаку. В плане, а что у него такие... Убимаги, вы будете что-нибудь делать сегодня или нет? Стоп, они сдаются, они побежали. Обратно, да? Все-таки не успокоится никак. Все-таки никак не успокоится. Отходим. Чего ты там бегаешь? Получили свое? Блин, раз, два. Тут у них что-то очень много мечников, я смотрю, насобиралось. Но у нас тоже довольно некислая армия, я тебе скажу. Единственная проблема у нас в золоте. Очень быстро тратится золотишко. Они опять побежали. Ну что же, это их проблема. Сколько у меня убимагов? 3, да? Сейчас будет 4 делаться. Погнали. Давай. Я не буду уже, ребята, отступать. Я побегу на них. Задолбали они. Жалко, у меня нету этих, да? Лучников. Давай, валим их. Рубашим их налево и направо. Что-то мы, по-моему, тут сдаем позиции. Тебе не кажется, нет? Норма? Правильно, убимаги.
Так, их... Он подкрепление вызывает, да, потихонечку? Пускай он вызывает, что хочет, мы будем с собой уничтожать ему, естественно, статую. Так, пока лучники стреляют, да? По моим, так сказать, призванным юнитам, мы с тобой в этот момент будем плодить мечников. Че там, подкрепление, да, вызывает? Вот, вот, друзья мои, вот про это подкрепление я вам говорил. Уходим, уходим. С этим подкреплением мы с тобой когда разберемся, а мы с ним разберемся обязательно, мы пойдем также в атаку. Так, мечники у меня здесь стоят. Сколько у него там? Ну, неплохой рядок, неплохой. Блин, у нас золото кончается, вот в чем беда. Сейчас эти руднички доработают, и останутся вот эти два. И они пойдут к ним на территорию. У меня у бумаги, по-моему, все целые. Раз, два, три, четыре, пять. Шестой делается. Слушай, наверное, можно все-таки идти и нападать на них. Да, я так, пожалуй, сделаю. Потому что он сейчас будет плодить армию свою. А мне это как бы не очень надо. Начнем с этого. Так, эти уже тут на стреме. Давай, 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 родные мои. Жарим их, жарим. Убей маги, вы бы лучше бы подошли бы. Вот. Давай, давай, взрываем их там. Всех. Колбасим по чернаку. А он потихоньку в этот момент еще подкрепление свое вызывает, понимаешь? Причем немножко несправедливо. Нет, он, конечно, это хорошо, что у меня обе маги, а у него копеечки. Было бы все хуже наоборот, если бы у меня были копеечки, а у него обе маги. Так, он, интересно, будет еще вызывать подкрепление или нет? Нет, по-моему, не будет. Он один раз, да, за игру его может призвать. Ну что, тогда победа здесь за нами, судя по всему, да, друзья мои? Разнесли в хламину эту статую. Замечательно. Кстати, еще две звездочки, мы с тобой получим сундучок. Ну что, друзья мои, переходим с вами на 60-ю миссию. Так, что у нас тут? Gold Rush. Стартовый капитал 2000 монет. Гиганты. Так, что-то мне это не нравится совсем. Давай, наверное, ну, попробуем на харде. Потому что мне нужно две звездочки. Ох, ё-моё. Так, улучшим по полной программе. И, блин, лучника, наверное, да? Наверное, лучника все-таки. Ну, вот так вот, ребят. Ну, проиграю, так проиграю. Сделаем режим послабее. Так, уничтожить статуя врага. В плане... Эй, погодите, погодите. А, у меня тоже здесь армия есть. Ё-моё, я же думал... Ну, посмотрим. Так. Слушай, ну, по-моему... Это мои? Твою налево. Давай уйдем. Отступим, так сказать, да? Так, а великаны они не уходят, да? Они стоят. Так это же хорошо. Это очень хорошо, что они стоят. Может быть, мы заколбасим все-таки их. Ну, в принципе, мои стрелки попадают, и это круто. Так, ну что, великашу мы с тобой сейчас ушатаем. Так, 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 вы, главное, попадайте. Давай, 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 уничтожаем их. К ядрене фени. Эй, ты куда пошел-то, великаша? Блин, по-моему, пора, ребята, армию выводить нашу, да? Блин, одного великана сейчас уничтожили меня, а? Гадюныш, посмотри. Ну и чё? Да блин, вы будете бомбить или нет? Я не понимаю.
Всех моих этих уничтожает, а ну посмотри. Всех моих добытчиков. Я не пойму, вроде бы ничего сложного нету. Тут осталось у него 3, извини меня, копейщика. Куда великан мой идет, я не понимаю. Можешь встать на место и стоять там. Угу, вот так. Отлично, ребята, отлично. А, у меня еще вон, думаешь, что такое? Вон лучник у меня есть, отлично, ребята, все превосходно тогда получается. Давай еще, наверное, вызовем с тобой капитона одного. И еще, наверное, одного капитона вызовем сейчас. Угу. В плане. Ты, может, хорош уже, а? Блин, ребята. Идет опять великан. Ты будешь убегать, рабы. Убежали, называется. А называется, убежали. Блин, ну не что-то какой-то великан, ну посерьезнее, чем мой, ну согласись. Очень серьезный великан у них. Давай-давай-давай, расстреливаем, отлично. Где мои капитоны? Я не вижу, вон они. Давай-давай-давай, уничтожаем. Слушай, а у меня еще из добытчиков только один остался? Нет, два. Три. Смотри, что творит, а. Три капитона. Блин, сейчас, наверное, нападу я на его деревушку. Уничтожим этих рабов. Они достали уже тут золото мое тырить, скажем так. Так, наплодим себе добытчиков. Ага, 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 идут. Давай. Но у него, по-моему, сильнее капитоны, чем мои. Это даже видно, ребята, по здоровью, по всему. Сейчас, я боюсь, он еще великана вызовет. Еще одного. Это будет плохо. Правильно, с двух сторон его вот так вот закалывайте, закалывайте его. И вот этих вот добытчиков его вшивых тоже уничтожайте. Все, да? Будет знать свое место, паршивец. То ведь ли пришел тут, расплодил. Угу, угу. Да-да-да-да-да. Конечно. Конечно, так я вам и позволил тут разгуливаться. Все равно буду их держать, ребята, на стреме. Ну, естественно, сейчас побегут обратно все. Великан мне нужен, вот что я тебе скажу. Тут война идет за территорию, за ресурсы, ребята. За золото, вот за это. Ага, че сразу же? Правильно, я рабов своих убираю подальше от моей территории. Сейчас я еще великана позову. Ох, будет хорошо. Великанов будем, наверное, с тобой двоих призывать. Пять идут, а? Не успокоится. Все, вот не успокоится никак. Ну, все? Так вот и приходится, ребята, их держать под контролем. Блин, я боюсь, что подкрепление у него будет здесь серьезное довольно-таки. Там, наверное, будут великаны, поэтому, наверное, не одного, наверное, а двух или трех, как минимум, великанов нам нужно с собой будет призвать. Он достал меня, а? Он не угомонится все никак. Но мы, главное... О, все, что-то решили тут не отступать. Нет, все-таки отступают. Великана увидели и сразу побежали в кусты. Дудодник в штанишке. Так, ну что, мы сейчас с тобой с удовольствием призовем второго великана. Остается совсем чуть-чуть. Но сейчас мы этого с тобой уничтожим. Во, все, давай этих рабов бомбить. На-ка. На, получи. Ой, как замечательно. Отступаем. Фига он там строчит через пол-поле. Не кисло, я тебе скажу. Так, ладно, ребят. Еще копим на одного великана.
Так, у нас сколько? Два. Да вы достали золото тырить у меня прямо из-под носа, а? Вот жалко, здесь нет такой штуки, чтобы поставить их на определенную, да, территорию. И они охраняли именно ее. И я практически ему вообще всех рабов зафигачил. Назад, друзья мои, назад. Так, копеечки. Ну, в принципе, мы сейчас с тобой сделаем, вызовем одного великана, а остальных будем либо в капитонов переводить, либо в лучников. Мне кажется, в лучников будет неплохо. Будет неплохо в лучников перевести. Вылез один пройдоха какой-то, потерявшийся. Такой, дай мне хоть немножечко добыть золотишко. На, добыл золотишко. Стоп, подожди, мы пока не будем нападать. Нам нужно с тобой как можно больше, наверное, все-таки лучников. Почему лучников? Ребята, пока мои там будут воевать, бить и разбираться с солдатами, лучники будут бомбить именно по статуе. Вот такая вот у меня тактика будет. И я надеюсь, она сработает. Три великана. Не маловато, а, ребят? Три великана. Что-то у него никого нет вообще. Все, иссяк у него ресурс, что ли, получается, наверное, да? Раз, два. Если мы с тобой пройдем этот уровень, а сложность у нас стоит нормал, мы получим с тобой две звездочки и получим сундучок. Я уже давно сундуки не получал, а как видишь, бонусов у меня и нету. Опять же, ребята, не донатим сюда ни рубля и ни взломка у нас. Все своими силами. Но добыл? Добыл? Ладно, пойду-ка я, наверное, попробую, ребята, уничтожить. Возможно, пожалею сейчас я об этом. А мы можем вот так вот издалека, да? Видишь, вот я тебе говорю, лучники будут расстреливать. Сейчас, естественно, половина здоровья остается у башни. Он начнет вызывать свое подкрепление. А вот какое там подкрепление? Шиш его знает. Так, вот оно и подкрепление, ребята, пришло. То есть два великана. Ну что же, мои лучники, естественно, пресекают его рабов. И переключаются уже, опять же, на врагов. На великанов. Все как полагается. Подкрепку вызываем. Ну, мы великанов здесь разнесем, да и башню снесем, в принципе. Все, ребята. Отлично был поединок, мне понравился. И вот он, сундучок. Конечно же, я хочу его получить, открыть. Так, ну что... Прошли. А где сундук? Дайте мне, пожалуйста, мой сундук. Так, вот здесь, да? А ну-ка. А, вот, коллекция. Один сундучок у меня. Друзья мои, открываем. Ну и что мне тут достанется? Так. Да ну серьезно, что ли? Ну, вот этот-то, лиственник. Этот лиственник у меня уже давным-давно есть. Так, ну, а мы тогда с тобой продолжаем. У нас еще две миссии, которые нужно пройти. 61 и 62. Будем драться против Кая. Я не знаю, кто такой Кай. Легион отравленных мертвецов. Ребят, я знаю, что это такое, поэтому... Нафиг. Легион отравленных мертвецов, блин. Это плохо. Если ты хочешь знать мое мнение. Ой, ладно, давай. Пережить атаку на рассвете. Ну вот, я тебе об этом говорю. Ух, понеслась. Давай быстро сделаем так. Так и вот так. Идут. Пока идут обычные мертвецы. А потом еще должны быть эти, бегуны. А, он армию здесь держит? Трындец. Вызвал этого еще. А он, по-моему, призывает мертвецов, насколько я помню. По-моему, так. А вот еще следующая армия подходит. Все будет намного-намного хуже, друзья мои. Намного хуже. Че, у меня всего два добытчика? Вы издеваетесь?
Если эта армия на меня пойдет, а если еще и прыгуны, через одну минуту юнит, ну, через одну минуту он на меня, короче, побежит. Так что вооружаемся, как говорится, да, и ждем. Санрайз. Ох, пережить бы, блин. Пережить бы, друзья мои, эту атаку. Вот в чем вопрос. Сколько я всего? Одного убимага сделал, да? Одного. До второго я, наверное, не успею, да? Времени мало останется. 46 секунд, пошел отсчет, ребята. Пошел отсчет. Че, у меня всего один лучник? Вы серьезно, что ли? В плане, я же вроде заказывал лучников. Ты че вы? 33 секунды, блин. Ох, не знаю, не знаю, как мы тут справимся. Ну, будем пыхтеть до тех пор, пока не справимся. Так, 20 секунд ожидаем. Может быть, надо было, конечно, этих усилить. Кто его знает. Но я знаю, что эти медленные. Вот первые, которые идут, они медленные очень. Их мы завалим, но вот если он будет вызывать токсических, которые плюются, вот это будет уже беда, на самом деле. Все, ломанул. Я вот не помню, что он все-таки призывает, он призывает, ребята. Ой, что это сейчас? Он выманивает, А, так это и есть, ребята, плевуны. Вот они, токсики, ядовитые. Блин, погнали, короче. Блин, а где он сам-то? Вон он. Он стоит сзади, да? О-хо-хо-хо-хо-хо. Так, тут даже не знаю, что и делать-то тут. Нет! Не убивайте мне, пожалуйста, моего. Убили убимага моего. Токсики несчастные, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Надо было вот этого убивать и все, ребята. Надо было, знаешь, что сделать мне? По уму-то. По уму просто брать. Вот так вот. Если быть точным, да? И валить. Вот так вот его. Фу, надо было так сразу сделать. А то он там стоит, призывает себе этих голодранцев несчастных. Ладно, прошли. Так, ну что, друзья мои, 61 уровень пройден. Ну и остается 62. Так, здесь у нас что? Защитить орден короля Иноморты. Так, уничтожить каменных гигантов, мертвых причем. Так, четвертый тир, вампирик. Ну давай посмотрим, я что-то не могу понять. Так, вся армия дана, прикинь, вся абсолютная армия. Давай, наверное, сделаем так. Так. И, наверное, вот так вот. Я готов. Четвертый тир. Уничтожить статую врага. Я понял. Опа, опа, у него добытчики такие. Топовые, ребята, топовые. Не то, что мои там какие-то нищеброды. У него действительно топовые добытчики. Ё-моё. Я тебе скажу сразу. Это последний топовый тир в этой игре. И вы хотите сказать, что я должен с вами драться? А, так у меня тоже какие-то? Ага. Хм, интересная будет битва, я чувствую. То есть я должен защитить вот этого короля. Этот король, как всегда, будет идти... Что там? А при чем здесь землетрясение? О чем вы вообще, ребят, тут говорите? Какое землетрясение?
Так, ну что, будем делать великана с тобой, скорее всего. Правда, от него здесь толку, ой, как мало будет. Он у меня не прокачанный. Ёпрсте. Понял. Гигант в каменной броне, так он еще оказывается и мертвый. И вот это вот все сейчас пойдет на меня. Ёпрсте, ребята. Это, по-моему, попадос полный. По полной программе сейчас будет. Блин. Так, ну что, мне надо, друзья мои, брать короля под свое управление. Посмотрим. Так, пускай эти атакуют его пока потихоньку, полигоньку. Че тут сейчас будет твориться, я ума не приложу, ребят. Да. Идет, идет, идет на нас, а? Жесть какая-то тут происходит. Так, король, отойди, пожалуйста, оттуда. А чё он там дергается, я не могу никак понять. Он что-то дергается, пройти не может. Блин, моего великана уничтожили, ребят. Ой. Да куда ж ты бьешь-то, король? Слушай, он с удара бьет, прикинь. А ну-ка дай-ка я посмотрю вот этого вот. Слушай, а что такой король-то мощный у нас? А ну-ка. Буду сейчас кое-что проверю. Прикинь, какой король мощный. Блин. Сейчас я этого велика... Блин, такой этого велика. Посмотри, сколько здоровья. Что он там делает? Я хоть попадаю по нему? По-моему, статую мне сейчас сломают. Если честно, я не совсем понял, что надо сделать здесь. Этот великан, он вообще хоть умирает, он хоть подбивается, что-то не обратил внимания. Знаю только одно, что мне нужно королем, наверное, все-таки идти туда вперед на передовую и бомбить их всех. Так, давай-ка мы так сделаем, активируем. Пускай они добывают здесь как можно быстрее золото. Как можно быстрее, да? Как можно больше. Великана. Ну, великан. Ну, если вызывать, то, наверное, не одного великана, а уже несколько получается тогда. Да я короля возьму под свою опеку. Тут два золотых лучника. Каменный великан типа вышел, да, на тропу войны. Но они его быстро разбирают. Надо, наверное, сзади, с тыла заходить. И, мне кажется, бомбить их именно с тыла. Это самый, наверное, оптимальный вариант, ребята, будет. Скорее всего, так придется делать. Блин, или убимага не взял, не позвал. Ё-моё. Убимаг же, он хорош. Он же хорош. Так, давай посмотрим вначале, где тут у нас. Идет уже? Уже идет. Так, король, нам, наверное, с тобой надо будет все-таки как-то, я не знаю, обойти, перехитрить их. Как ты это перехитришь, я фиг его знает, ребят. Вон они бегут, да? Они бегут. Так, тихо, тихо, король. Умер король. А знаешь почему? Потому что из-под контроля из моего вышел. Я не понимаю, как он это сделал. Так, давай-ка переиграем немножко с тобой. Значит так. Значит так. Убимаг. Прокачиваем с тобой убимага.
и Капитона. Вот так вот. Все, погнали. Жалко, что я бонус профукал свой. Это обидно, если честно. Блин, королем, короче, я пошел, когда он же был под моим контролем. А потом он из-под контроля вышел и начал убегать. И, соответственно, попал под удар этого великана. И ты видел, да, что этот удар сносит просто в хлам. Сразу же. То есть этот удар у него очень опасный. Ладно, сейчас попробуем с тобой как можно быстрее вызвать, наверное, все-таки убимагов. Да, вызовем с тобой убимагов. И потом уже, если успеем. Слушай, а если я, например, вот сейчас пойду? Блин, они меня, наверное, завалят, да? Вот этой своей армией. Успеем ли мы с тобой вызвать-то хотя бы одного убимага-то? Он идет. Хорошо, что он идет медленно. Еще как бы, ну, дает мне некую фору. Так, ну что, убимаг сейчас выйдет. Убимаг. Ну, опять же тебе хочу сказать, он когда бьет ногой по земле, да, делает вот это землетрясение, он сносит всех, кто стоит напротив этой трещины на земле. Поэтому очень опасно как бы быть в этом радиусе. Так, давай мы, наверное, сейчас будем... Я попробую сделать, когда вот армия побежит, тут мои, например, будут бороться в этот момент. Он же не пойдет сюда вниз, ко мне? Вроде бы как не идет. Нет, идет. Идет, друзья мои, он вниз ко мне. Так, ну что, вот как я и хотел. Окей. Блин. Так. Предположим. Так, уходи, 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 родной. Что там происходит, я вообще не понимаю. Там жесть происходит, по ходу дела, да? Что-то там дергается, дергается. Что-то непонятно, что он там дергается. Я не вижу у него здоровья. Вот у этого вот чувачка я не вижу здоровья, ребят. И это меня почему-то напрягает очень сильно. Куда ты? Давай ему по пяткам, по пяткам, по пяткам. Да отойди ты, король. О, сколько же у тебя здоровья-то, я не могу понять. Ну, давай вызовем еще этих мертвецов на помощь нам, что ли, я не знаю. Дергается, что-то дергается, не пойму, что он дергается. Может, мне статую нужно уничтожить, а? Уронили мы его, ё-моё, да неужели, блин? Так, короля, главное, не подставляем, уводим. Так, ну, слава богу, пережили. А чё, у меня один добытчик всего лишь? Так, дело не пойдет, ребят. Так, пошел я, наверное, помогать нашим, или как? Хотя они там вроде и сами справляются неплохо. Фу, добытчиков надо, да, добытчиков. Я надеюсь, больше этих великанов здесь не будет. Человек к этому королю прицепился, блин. Я надеюсь, он не пойдет в атаку-то. Так, сколько их тут вообще? Ага, ага, отступают. Пужанулись. Так, смотрим дальше. Короче, великан здесь неплохо себя ведет, но мне кажется, здесь нужны мне лучники. Да? Или все-таки великаны мне нужны здесь? Или убимаги? Убимаги-то нужны, это однозначно, ребят.
Ну чё вы как вот сонные мухи-то, ё-моё, я не пойму. Давай быстрее, Шеймин там. Так, он уже подкопил чуть-чуть армию. Он что-то одним за другим клепает здесь. Со скоростью, блин, света. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть по соточке, да? 600. Давай. Это я еще один убимаг. Раз, два, три, четыре. Блин, тут мечники еще паршивые. Мечники, если побегут, они начнут, естественно, бомбить по великану. Потому что он первым их, наверное, встретит. Хотя не факт. Мечников довольно легко разносят лучники наши. Он, в принципе, так тоже и делает, да? Он стоит, вызывает копейщиков, пока мы с ними разбираемся, лучники издалека начинают по нам бомбить. Тогда мы тоже такую тактику с тобой выберем. Убимаг, ребята, чем слаб? Вот он когда выходит сюда, да? Эти лучники его могут в 3 секунды завалить. Блин, а мне еще статую нужно бомбануть. А там еще подкрепление будет. Твою ж дивизию. А золотишка у нас тут мало. Золотишка у нас вообще, ребята, раз, два, три рудничка. 4 он там. Как быть? Эти только деньги там носят, шуршат. Ну что, наверное, еще одного великана придется все-таки делать. Блин, короля главное не профукать. Если король попадет под град стрел, они его уничтожат. Че, он убимага позвал еще? Ё-парасоте. Это дело дрянь. Это дело дрянь. Блин, он убимага еще позвал, а? Так, ну тут уже действительно битва будет суровая. Как-то мне неохота к его замку подходить. Но в тылу тоже отсиживаться как-то вот не хотелось бы. Жалко у меня... Что такое? Что вы задергались? Не пугайте меня так. Раз, два, три, четыре. Фига у него там армия. Великаша, да, пришел? Как долго золото у меня идет, а? Так, он еще одного убимага, ребята, сделал. Блин, надо лучников тогда делать нам побольше с тобой. Так, рано или поздно кто-то на кого-то дорванет. Либо я на него, либо он. Ну, скорее всего, он на меня побежит. А побежит он, когда у него закончится здесь золото. А оно у него, ну, уже скоро кончится. В принципе, как и у меня. Так что стоим, ждем. Лучники у меня вообще не прокачанные. А у него? У него, по-моему, тоже не прокачанные, да? Капитоны. Да, давай-ка мы с тобой вызовем. Что, уже? Король. Король, говорю, уходим. Так, великаны очень хорошо себя, ребят, показывают в этом бою. Вообще шикарно. Так, вызовем, наверное, еще одного. Что-то у него тут армия, блин. Да пора нападать на них нафиг, мне кажется, уже достали они. Давай, давай, родные мои. Не вижу я, кто там, что там, где там. Так, отступаем. Ага, прижучили свой хвост, нытики. Будьте знать, паршивцы. Как нападать на рычика, да, друзья мои? Вот так-то вот. Ну что мы с тобой предположим? Сделаем, наверное, великана одного убили они, да? Убили. Капитонов, они потеряли своих этих убимагов. Практически всех. А мы сохранили.
И мало того, что мы сохранили, мы еще вызовем одного. Погнали, будем атаковать их. Будем их атаковать. Хе-хе, сосунки. Боятся, когда страшно. Ну, это и хорошо. Сейчас мы свое золотишко здесь отработаем. И пойдем их не... руднички забирать. Думаете, я успокоюсь? Я же вас все равно по одному удар стреляю. А ничего, когда на базу выходит, у них идет этот, что ли, я не пойму. Они отхиливаются еще. Так, что ли, получается? У него еще 4 лучника здесь, прикинь. Не один, два, как у меня, 4. Так, что же мне тогда здесь замутить? Великана еще одного, да? Ну да, я думаю, это будет нормально. У нас с тобой последний рудник, получается, да? Разрабатывается. Пойдем. Что, может плюнуть на это все, да бомбить его в конце концов. Я надеюсь, у него в подкреплении не будет еще одного каменного этого чудика. Давай хотя бы раба забомбим. Так. Великан просто психанул, идет на пролом. Тут главное, ребята, не сфейлить короля, еще раз говорю. Так, уходим. Уходим, друзья мои, они вызывают подкрепление. Подкрепление пускай лучше идет сюда к нам само. Мы их здесь встретим. На нашей территории, так сказать. То у них там вообще, надо бы глянуть как бы. Так, король, отцепись. А, это и есть его подкрепление? Жалко, жалко, великан погиб у меня, а? Ладно, мы еще одного закажем с тобой. Ну, в общем, вот такое у него подкрепление. Пора, наверное, с ним разобраться. То он, я смотрю, там опять начинает уже убимагов строить своих. Погнали, короче. Король, ты, главное, не подставляйся. Ты должен стоять вообще позади всех. Что там происходит? Не видно ни шиша. Угу. Так, король, не лезь на рожон. На рожон, как говорится, не лезь. Так, пока вроде бы все хорошо. Я не вижу, правда, что там происходит в боевке вот этой. Ну, вроде бы как справляемся. Так, подойдем еще поближе. О, как хорошо там их тут пропечатали, ребят. Да. Уничтожаем. Фу. Неплохо, неплохо. Жалко, конечно, очень мало гемов получаем. Точнее, звездочек. Но вот если бы у меня были бы какие-нибудь дополнительные бонусы, да, типа там усиление атаки или еще что-нибудь, конечно бы я бы пытался пройти на самом сложном уровне. А так без бонусов тяжеловато играть. Но самое главное, мы прошли с вами эти миссии. Ну и, как обычно, ждем с тобой следующих. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.